Привет, моя хорошая. Привет. Ну-ки, ну-ки, ну-ки. Привет. Смотрите, что я вам принесла. Татьяна говорит, их дом никогда не был пустым. Жили кошки, собаки, в основном всех подбирали на улице. Но Феля оказалась здесь потому, что приснилась во сне. Не раздумывая, уже на следующий день приехали в приют. Из десятка почти одинаковых щенков выбрали именно ее. Самую скромную, тихую и непородистую. А какая разница, какая порода? Главное, чтобы ты любил собаку, и она тебя любила. Любить тебя будет даже калека, даже непородистая. Главное – дарить любовь собаке и получать ее обратно. Чуть позже в доме появилась еще одна собака из приюта. Псину по кличке Нуки взяли для того, чтобы Феля не скучала. Ее выбирали долго. Сотрудники Ласки предлагали разных собак, но почему-то приглянулась именно она. Веселая, добродушная и на тот момент с переломом костей таза. Мы просили веселенькую такую добрую собачку. Ну вот эту вот нам дали собачку. Боялись, что не сможет играть. Нет, они хорошо очень играют. Бегают друг за другом, грызутся иногда. Ревность у них. Кстати, в тот день, когда семья забирала из приюта Нуки, повезло еще одному животному – Нике. Все решилось в одно мгновение. Люди просто взяли тогда еще маленькую собачку подержать на руки. И щенок, почувствовав тепло и нежность ладоней, уснул. Проснулся уже дома. Кстати, именно в этой семье сейчас живет 5 собак и 8 кошек. Говорят, не предел. А мы напоминаем, телефон приюта для животных «Ласка» – 57-35-57. Они ждут. Прыгать не может силы. Поэтому вот так мы с ней играем. Елена Кузовкина, Николай Шилко, информационный канал «Город».